Сегодня у Гомеле прошло областное новогоднее доброчинное свято. Его удельниками стали больше, как 1400 детей. Чаровная каска сустракала их одразу у фойе. Подробязности у Олега Сентюрова. Дети со шматдетных и приемных семей, у переможцев международных, республиканских, областных конкурсов и споборницов для многих удельников областной новогодней елки за прошальный билет, как узнагорода за творчее и спортивное достижение Милане Мещенко за Лельчес у всего 10 годов, а она уже стала переможцем международной олимпиады по английской мове, дипломатом республиканского конкурса по математике и призером нескольких споборниц у сферы IT-технологий. Мне больше всего нравится IT. В нем очень много всего интересного. Там можно программировать роботы, создать своего робота, который может ходить, может ехать, может что-то шевелить, поднимать вещи, делать что-то за человека. У фойе Гомельского державного цирка, где проходит областное новогоднее доброчинное свято, тематичные гульнявые пляцовки, плюс целый шерех майстер-классов от наученцев средних специальных установ. Например, демонстрация приготовления кондитерских выработок. Потом будет чем издивить батьков. Сегодняшняя областная новогодняя елка – это не только разностайные конкурсы, цирковые представления и салонские подарунки. Наученки Гомельского колледжа народных промыслов пропонуют набыть обереги. В одном месте можно отримать силу, моц и здоровье. Узнагородживание от имя обороконкома наученцев, которые достигнули значных выников у республиканских и областных творческих конкурсах традиции областных новогодних елок. На этот раз подарунки отримали 10 школьников 7 районов в области города Гомеля. Сегодняшнее свято у Вогли вызначается не только массовостью. Сярод удельников новогодней каски творчие коллективы из Речицы, Жлобина, Рогачева, Хоник. Сюжет хоть и просто новогодняя борьба добрыни со злом, але маляўнічы и захопляльный. По законах жанру добрыня перемагая. Семья Гаркушев из Норовлянского района за дей назирая особливо уважливо. Все это Иван и Катерина разом с детьми Романом, Варварой и Маргаритой стали лепшей молодой семьей Гомельщины. Теперь они не просто семья, а семья творчая. Оно скрепило нас. Мы начали... Раньше были семейные, бытовые, а тут уже у нас творческая волна вместе на всех пятерых. Соединило нас, как бы, все воедино. Да. Танец, песни. Я готовил первый номер, жена второй готовила, и вместе у нас получилось выиграть этот конкурс. Да, ну только то, что вместе мы работали, мы и победили. И, бодай, самый главный подарунок – цирковое представление. Работники Гомельского державного цирка называют докладный час его протягу – 2 годины 6 хвилин. Навод самые маленькие и нетерпливые дети назирают за деей захоплением. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».